Я сегодня выпускник. Меня зовут Сидоренко Артем. Я сегодня выпускник. Вместе с Артемом Сидоренко говорят еще сотни молодых людей и прибавляют. 25 мая 2016 года они запомнят на всю жизнь. Таким был этот день. Очень солнечным, очень жарким, очень радостным и счастливым. Таким, что кажется, и море, вернее, Волга по колено. Изначально за начале 11 класса решились. Вода теплая. На предложение репортера еще раз окунуться Константин Байских соглашается. В разговор вмешивается строгая учительница. Объясняет, на сегодня помочили ножки и хватит, нечего простывать. Впереди еще экзамены. А она пока несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. Пока еще они ученики. И пока еще за них в ответе мудрые, справедливые и любящие учителя. И только серьезные преподаватели помнят, впереди еще много испытаний. Переживаем, чтобы сдали хорошо экзамены. Ну и это любимый выпуск, да, выпуск, любимчики. Ну, конечно, грустно. Сегодня по всей Самарской области прозвенел последний звонок. Чуть больше 14 тысяч юношей и девушек прощаются со школой. Местом праздничных гуляний в Самаре становится четвертая очередь набережной. Молодые люди в своих лучших костюмах и красивые выпускницы в отглаженной школьной форме и бантиках. Это традиция уже устоявшаяся. Понравилось. Все девочки одинаковые, это красиво выглядит. Встали с утра, оделись, чтобы заплести косички, потому что форму надо одевать нормально, чтобы ничего не помялось, все. Привели с мамой, естественно. Очень много впечатлений, как радостных, так и грустных. Все плакали, все радуются одновременно. Это начало нового этапа в жизни, конец предыдущего. Это момент очень волнительный, в то же время ты осознаешь, что скоро ты станешь совсем взрослым. Открываются новые возможности, новые пути для развития. Вместе с учениками, преподаватели и родители. У них сегодня тоже заслуженный последний звонок. Они честно вместе учились, повторяли школьную программу и, конечно же, переживали за каждую оценку. Пока в школе проходило мероприятие, последний звонок, слезы просто лились градом, потому что это такое событие, это у каждого человека бывает раз в жизни. Вспомнилось свой 11 класс. Последний звонок перед ответственным единым государственным экзаменом. Надо постараться сдать на все 100, а потом сделать выбор, куда подавать документы. Впрочем, что лукавить, большинство выпускников давно определились, где бы хотели продолжать обучение. Рейтинги помогают. Самарский университет уже входит в топ-15 ведущих вузов России. Самарский технический университет вошел в число опорных вузов страны. Славится на всю Россию и медицинский университет. Но сегодня выпускники говорят не об этом. В мыслях школа, солнце, небо и, конечно же, весна. Таким был последний звонок для выпуска 2016. Детство, детство, ты куда постой?